нюхать. Это самое странное. Ряды, которые я справлял когда-нибудь. Ой, прости, Василий, аккуратнее будь. Все, все, я аккуратно, но... Слушай, я тоже ее отмечаю, между прочим. Я же тоже отмечаю ее. Катюш, мне же тоже нравится. Слушай, самое главное, ты знаешь, что хочу тебе сказать? Давай. Вот, смотри, на самом деле приходит много разных заданий. Да. Много. Приходит задание присесть. Да. Пристать, приходит, скоро придет. Тебе приходит, Вась. Приходит задание спеть песню. Приходит задание... тебе какие задания приходят? Ну, такие присесть. Ну вот, иногда, иногда хочется, чтобы прислали задание просто глупое, глупое. Ну, чисто, чтобы посмеяться. Вот такое... Васич! Я сделал это! Что ты делаешь? Я сделал это! О, боже мой! Задание для всех. Доброго вам вечера. Хотим передать поздравления с днем рождения для нашей любимой, неповторимой Катюши. Будь счастлива, дорогая, мы тебя очень любим. Также мы безумно рады узнать, что у нас есть еще 6 родственников. Горим желанием с вами познакомиться. Но так как это сейчас невозможно, у нас к вам на сегодняшний вечер всего одна просьба. Просим исполнить веселую песню для Катеньки в этот знаменательный для нас день. День рождения нашей роднулечки наполнит этот вечер только добром, позитивом, отличным настроением и сделать его незабываемым, ярким для нее. Мы верим в вас, мысленно с вами целуем. Это от кого? Это твои прорабы. Я думаю, это твои, может быть, это твои родственники, может быть, это мамуля. Для Кати мы споем. Для Кати мы споем. А давайте вместе с Катей споем. Давайте выберем песню, какую ты хочешь. Золотые. Забирай меня в зловение. Душу мою радую. У нас все в Сочи это песня происходит. Давай, а как она начинается? А что смешно? Ничего не смешно, нормально. Просто я просто подумал, что... Тихо, 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 подожди. Мы либо выполним все задания, либо ты для нее поешь позже. Нет, все вместе. А чё она тогда без нас-то поёт? Поехали, песни. Выберем песню, давай песню. Итак. На губах. У меня нет мужика из-за работы. И вечером коньячок. Давайте с этого снимаем. Давай, три. И не вернётся Катенька домой. И не узнает больше ничего о бизнесе своём. Полюбит в доме шестеро ребят. И разделит наследство пополам. У ней такая большая грудь и губы губалые, как маки, уводят бизнес из-под рук и заселяют в дом с дураками. У ней следы простуды на губах. У ней нет мужика из-за работы. Я брала всех своих подружек. Ну а как же я? Ведь день рождения у тебя! Ну еще, все, тебя сегодня зацелуем. Что такое? И тебя потом мы поцелуем. Если мы тебя слей стала, я хочу, чтоб ты сказала. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Опа, 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 отдыхаем хорошо, за рамок там есть еще, что я говорю вообще. Опа, 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 не, нормальная песня. И учебу ты прогуляла. Собрала всех своих подружек. Смотри сюда. Ну а как же я? День рождения у тебя. Все устали танцевать. На-на-на-на-на. Слов забыла. Давай, давай, давай на тарабанском. Очком европейским дурашкам. Мишки миль порта паска. Чумбаленькаля, туриша гелемеля. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18. Закрой, пожалуйста, дверь.
Ну вот слушай, она будет начинаться так. Это вообще, это моя такая песня, она называется «У ней такая маленькая грудь». А вообще я переделала слова, и там поется так. А, значит, то есть ты сочинила для нее песню? Я переделала. Слушай, сейчас ты будешь слышать мой волшебный вокал. Давай. У ней такая большая грудь, и губы, губы алые, как маки, уводят бизнес из-под рук и заселяют в дом с дурачками. У ней следы простуды на губах, у ней нет мужика из-за работы, и вечерами коньячок попивает из стакана. И не вернется Катенька домой, и не узнает больше ничего о бизнесе своем. Полюбит в доме шестеро ребят и разделит наследство пополам. И припев: у ней такая большая грудь, и губы, губы алые, как маки, уводят бизнес из-под рук и заселяют в дом с дурачками. Как тебе? Вообще, вот ногу сломался. Так, ой. Катюш, тебе бы маникюру сходить. Так. Давай, если есть... Открой мне дверь, я схожу. Нет, ну пусть сюда пригласят маникюра. Маникюрщик. У нее такая маникюрщик. Да. Маникюрщицу. Аллилуйя! Да, смотри, он так чик-чик-чик, там, перебил боссе. Я не знаю, как это делается, мне вообще срать. Мне смотри, какие ногти. Фу, это ужасно. Просто жаль. Что задание, когда надо... Есть! Пасич, я вообще не люблю! Да? Руки чужие! А твоя песня, давай ее сделаем. Что-нибудь, не, я могу что-нибудь сделать, сыграть. Нет, я не уверена, что можно ее петь. Почему? У тебя классно. А, ты сама для себя сочиняешь? Нет, для нее. Нет, ее надо точно. Но я же спела, у нее такая большая грудь. Ну хорошо, давай. Да, хорошо. У ней такая большая грудь, и губы, губы, я как мать, события. Блин, а, господи, боже ж ты мой. Так, мы отрепетировали песню, да? Это только это припев. Так, ты сейчас продолжай. Ну я уже слышала. Это вот Вася сказал про это, да, что? Да, потом так. Дальше идут строчки. Уводят бизнес из-под рук так. И заселяют в дом с дурачками. Студент, ты игрушку новую нашел, не думал ни года, а девушку мою увел. Ну что же я, студент, тебя, тебя я не пойму. Гуляй, студент, гуляй, а девушку мою не трожь. У, ла-ла-ли-ла-ли-па, па, па. У, ла-ла-ли-ла-ли-па, па. У, ла-ла-ли-ла-ли-па, па, па. У, ла-ла-ли-ла-ли-па. Взяли на бой, мы не разлей вода. У нас два разных пути и разная судьба. Ведь ты простой студент, а я простой пацан. И все завидуют нам, таким простым друзьям. Но как-то вышло так, я начал замечать, что к девушке моей ты начал приставать. Я еле-еле домой, когда меня рядом нет, скажи мне да или нет, и дай мне свой ответ. Ну где же ты надежда? Игрушку новую нашел, не думал никогда, а девочку мою увел. Творческий подарок. Итак, внимание. Нет, сначала ты, мы тебе поможем. Выступает великая певица! Печи подарок для вашей вечеринки! Великая певица! Печи! Печи подарок о-хо-хо! Для... Серьезно? Вы знаете, что а это? А что? Я не колонка! Ребята, это колонка! Это GPL! А как же она включится? Откуда ты знаешь, Вася? А там написано, я смотрю, а как она включится? А как ее включать? Это Изольда Кац, она нас смотрит! Изольда Кац, спасибо большое! Ну, повыше надо будет сделать, сейчас повыше попробую сделать. Нет, колонка, да. Давайте просто потанцуем. Да. Что это за...
за музыка? Музон появился у нас. Надо зажать. Наконец-то можно потанцевать! Как под эту музыку танцевать? Изольда Кац, верните, пожалуйста, музыку. А это что за музыка? Я не знаю, что... Что это за музыка такая? Что это за музыка такая? Почему она такая? Не понимаю я. Просто читаем рэп-чину, игру скачает, и Катю ничего не напрягает. А, с днём рождения, Катюха! С днём рождения, Катюха! С днём рождения, Катюха! С днём рождения, Катюха! Катюха, поздравляем мы тебя! Катерина, мы твоего сменить день изо дня! Катерина, может быть немного, может быть надолго мы Катерина, тут! Но это не суть, потому что обо мне там с другой стороны камеры! Кто-то косячит, может быть, бамперы какие-то там бывают, но это нас не пугает, потому что мы в дерьмо! Я Катюха! Да! С днём рождения, Катюха! Катерина! С днём рождения, Катюха! Катерина, 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 надо вдруг встать, надо вдруг встать, надо вдруг, 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 надо вдруг встать, эй, вот так руку поднять, руку поднять, не качать. С днём рождения, Катюха! С днём рождения, Катюха, Катюха! С днём рождения, Катюха, наша сеструха! С днём рождения, Катюха, ты наша сеструха! Братан Тигр! Самая! Прекрасная! Эй! Клёвая! Вот так вот это надо петь! Катя, с днём рождения! Спасибо! Ой-ой-ой! Кажется, это... Кажется... Слушай, давай. О, песня мигает! Да, слушай, я бы хотел тебе сказать одну такую вещь. Я не знаю, как сказать тебе, но знаю, что я смотрю на тебя и говорю, что ты красивая, да. Она красивая? Да, она красивая, да. Очень да. Красивая, Катюха, тут надо. Да, я начну, Вася! Да. Очень красивая Катюха тут с нами. Если бы вы были бы с нами, вы понимали бы, о чем тут речь идет, кто о чем поет. Вас, значит, пистолетом качать на в рот. Ой, ой, это Катина днюха. Ой, ой, Катя это такая Катя, мокруха. Да. Ой, ой, наша Катя с нами лучшая. Тут. Ой, просто ой, Катю не зовут никуда, потому что она с нами навсегда, потому что с нами Катюха день изо дня. Это не плохой прием, потому что, Катя, мы с тобой выпьем сегодня и споем. Ой-ой-ой, у кого-то что-то. Так, нам нужен диджей, следующий трек. 3, 2, 1, поехали! Короче, Катя, это самая крутая вечеринка в районе. Нет? Вечеринка окончена. Почему? А что, где музыка? Ну, видимо, музыка. Ляли и Юрца Лея поет, ее битбоксит. Так. Тигран Великий. Ребят, а кто короче. Такой? А кто ты такой, Тигран Великий? Не знаю, а у меня сегодня бутылку певца подогнал. А так. Где она? Ее нету. Она будет позже, я думаю. Серьезно? Думаю, конечно. Не дошла да. Типа еще, да? Так, Катюк, садись. Не знаю, но Тигран Великий, он знает, что делает. Или так, итак, давай-ка попробуем я это сделать. Что не поет? А что хочешь пой? Ну хорошо, давай. А, знаешь что? А давай вон тот. Какой? Короче, Катя, мы сейчас просто прочитаем тебе, Лия прочитает рэпчину. Да, она это умеет делать. У меня была тысяча и одна причина, чтобы снова заняться рэпчиной. Йоу! Йоу! Это строки великого чувака. Но Лия сейчас сделает. Это будет, в общем, творческий подарок. А Тигран Великий, внимание, мы, короче, делаем. Лия поет, Юрец битбокс, и все пляшут. Йоу. А, все так. Пляшут? Да, задание. Ребят, качните, чтобы было круто. Качать, это значит, вот так руку вытягивайте и вот так делать. Эй, эй. Эй, ты готова? Эй, эй, да. Эй, 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 эй. Эй, эй.
Я не кидал никого никогда. Я говорил только да, иногда голодал, иногда пропадал, безудержно рыдал, не рыгал. Потому что не пил, татухи не бил, концы не рубил, отца уважал, не лажал, тёлок домой провожал, не обижал, на прощание руку жал. Ага. Короче, потом еще раз сделаю задание. Это что за музыка волшебная такая? Что нам с ней делать? Давайте в круг, знаешь, кстати. Не запивал, а, нет, сейчас еще сделаем. Что? Я не понимаю, что это в кёске. Короче, Изольда Кац. Дайте мы сделаем. Хватит издеваться. Еще раз, заново. Ребят, внимание. Лия, так, давай, погнали. Ты готова? Да. Я не уверена уже в этом. Давай, давай. Еще раз, Лия, давай надо это раз сделать. Три, два, один, я начинаю. Оп. Ей. Special for you. I love you, but I've got to stay true. My marbles got me on my knees. I beg and plead, stop playing games. I don't know what you do, 'cause you got me, girl, just like the new you. You like me begging you for mercy, but I want to release me. You got me begging you for mercy. Но, как бы, не надо об этом особо тележить, потому что люди не поймут. Угу. Да. А давайте-ка выстроимся все в ряд, короче, и Максон нам сделает танчик небольшой. Давайте, Макс, давай. Да будет круто, Максон. Да, давай. 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 Давай, давай, давай. Макс, давай, бро. Макс, йо, давай. МС Безумный Макс сейчас давай вам давай, Макс, поставит Макс, крутой Макс, давай, читай крутой свое танец поздравление до конца. Итак, Макс, давай, поехали. А ты будешь повторять? Я буду повторять тебе, подпевать танец тебе. Давай, поехали. Не надо сейчас кричать. Давай. Итак, Макс. Катерина садится. Садится сюда на стул. А мы повторяем, да? Макс встает туда. Да. Поехали. Давай! Итак, Безумный Макс у нас в студии. Поехали, Максон. Он начинает. А мы вот так, качаем. Короче, поехали. Макс поет ей песню. А, петь. Или танец он делает. Давайте решим. Танец, танец. Танец, тогда мы за ним повторяем. Внимание, танец, Катерина. Поехали.
это была Макса, Катюха. Это огненная вечеринка. Я не понимаю, итак, у меня каждый раз что-то тут... Итак, сегодня специально для Катерины исполнено вообще все, что... Понравилось тебе, Катюша? Да, вообще, супер просто. Я меня никогда в жизни не так не поздравляла, то есть это круто. Ну, согласись. И спасибо большое, Макс. Да, это все хорошо танцует. Да, это было спасибо. Макс, я никогда в жизни никто не поздравлял. Да, это материальные подарки. А вот так мне никогда не поздравляли. Спасибо. Ребят, а у нас теперь есть колонка. Конечно, мы ничего подключить к ней, но тем не менее... Она у нас есть. Колонка. Слушайте, а может, если нас кто-то смотрит, может быть, они хотят, чтобы мы продолжали веселье и пришлют нам что-нибудь. Да, спасибо тем, кто прислал нам эту колонку. Спасибо большое. Ребята, за эту пожалуйста, пришлите сюда на эту колонку. Нет, давайте попросим Мартини. Да, давайте Мартини попросим. Если вы... Давайте Мартини попросим. Мартини, а можно нам еще, мы хотим еще продолжать веселье? Можно, пожалуйста? Дело в том, что, может быть... Чуть-чуть. Давай, Кать. Понимаете? Ребят, мы очень хотим продолжать дальше веселиться. Мы не хотим, чтобы заканчивался сегодня наш день рождения вот так вот. Кто нас сейчас смотрит? Может, кто-то сейчас за столом сидит? Мы можем с вами чокаться прям в камеру. Пожалуйста. Но у нас нет коньяка. Да, так мы и просим. Мы просим, ребят. Что у вас там есть? Как Вася же не скажет. Все, толкайтесь. Подгонщик, мы хотим. Подожди, может быть... будет реально алкогольный грех, будет вообще нормально. Подождите, а может кто-то не знает, в какой мы ситуации. Нас здесь закрыли, да. И мы просто не можем выйти. Да. Пожалуйста, спасите нас. И нашу вечеринку, иначе все пропадет. Несите бухлишко. Потому что оно поднимает настроение. Да. И хорошее настроение не покинет больше нас. Настроение не покинет больше нас. Если даже нет коньяка, ну может что-то другое. Нет, может коньяка, что-то, может нет быть что-то. Коньяк просто что-то. Мой любимый напиток. Если есть какие-то зрители, откуда что угодно. Это песня моя. Я пока еще не стесняюсь ее петь. А кто не стихи знает, давайте стихи расскажем. Может быть даже есть. Хотите стихи, кто не знает, как любимое стихотворение по одному какому-то, не знаете? Нет, давайте все про Катю сочинять. Давайте. Про Катю. А давайте стихотворение в импровизационном порядке по три слова. Кто-нибудь говорит его как, братан? Давайте. Смотри, сейчас покажу, братан. Смотри, короче, это вот так. Я говорю, например. Давай. Катерина, великая и прекрасная дама. Я знаю, что она... Не любит Агдама. Адама. Агдама. Она тоже не любит Катерина Агдама. Катерина великая еще... и прекрасная дама. Я знаю, что она не любит Агдама. А еще она не любит Ашота. И у ней такая большая грудь. Чтобы ей пуститься в путь, ей нужно встретить не Ашота, а... Стоп, братан, что-то мы тупанули вас. Стоп, смотри, ты все портишь. Рифму. Какая большая грудь. А, у меня нет рифмы. Ашота, значит, она не любит бегемота. Но все же понятно. Ну хорошо, сочиняйте. Просто... Да, нет, да пусть сочиняет она, пусть сочиняет. Какая грудь? Да у нас же нет... Да ладно, все нормально, тот что не портит. Еще раз. Тут давай, что давай. Идет от души, ладно, что идет давай, от души. Давай, внимание, давай, пожалуйста. Давай еще раз. Катерина, великая и прекрасная дама. Я девушка. Знаю, что она любит Мирама. И она не любит вообще-то Ашота. Да она вообще не из Амстердама. Эта дама не любит ничего, кроме великих мужчин. Думаю, что она любит чисто тот, кто не кретин. А еще у нее большие глаза. Она то ли против, а может быть за. За продолжение нашего дня рождения. Фу! За продолжение этого, так сказать, мнимого банкетова. И еще она всегда за классные приключения. Я знаю, что Катерина, как бы так, супер, не отказалась бы супер. От того, чтобы сейчас здесь появился коньяк. Без сомнения. Без сомнения. Это так. Коньяк, манес, моя рифма. Да, коньяк, Катюша, или маньяк. Выбирай
Твое слово последнее. Маньяк нам не нужен. Маньяк нам не нужен. Нам нужен коньяк. Так. Поэтому я говорю именно так. Ништяк. Если ты говоришь именно так, то, господа, тут полный бардак. Мы не втекаем, что происходит. Коньяк почему-то к нам не приходит. Но мы вроде хотим... Стоп, что там что-то горит. Мы обтекаем тихо-тихо-тихо. И может нас что-то подбодрит? А нет, мне кажется, там ничего не горит. Оп, ничего, ребята, в ней нету. О, беда. Я знаю, что совсем мы не рады, господа. Мы все с приветом. Мы к вам с ответом. Но, может быть, Катю порадуете чем-то? Этим летом. Может быть, летом, осенью или зимой. Потому что мы все вместе... Не надо кричать, я не тупой. Он не тупой. Я понимаю, что нужно нам все объяснить. Гаденька, не молчи. Мы будем тебя любить. Тяни эту нить. Не надо тебе как же нам это потому что понять и не забыть? Можно забыть от наша... нервов или каких-то переживаний. Просто надо Катю любить. Давайте будем Катю любить. Потому что просто она с нами есть. И нам ее не нужно съесть. И что... у нас, если была бы шерсть, мы бы ее окутали и согрели. Вот это жесть. Да. Вот это жесть. Это жесть. Олицетворить, боготворить. Молодцы, ребята. Да ладно, все для тебя. Как вы так сочиняете быстро на ходу? Мы просто поэты все души, поэтому мы здесь. Нас собрали, потому что мы все поэты. Даже Ксюшка поэт. Она просто как Маяковский. Я она... Маяковский, понятно? Да, она как Маяковский. У меня белые стихи вообще-то. То есть просто. Ты просто Гумилев, а она Маяковский. А что ты говорила, что ты стесняешься? Ты что? Да я просто не хочу сейчас ее петь. Почему? Там... Мне кажется, надо. Крутая песня. Давай. Нет, давай, Ксю. Давай я тебе подпою, помогу. Это очень классная песня. Очень веселая. Хорошо, давайте я спою. Давай. Ура! Катерина, садись сюда. Нет, давай я буду стоять на стуле. Уступи место даме. Нет, мне тоже надо быть на возвышенности. Реально? Давай, вставай сюда. А что, я отличная певица вообще-то. Давай, Ксю. Итак. Я сейчас... Макс, загляни вот туда. Так что, давай. Внимание, песня. Так, я понял, сюда, да? Давайте. Так, я стою здесь и как бы... Да. У ней такая большая! Грудь. Спасибо. И губы. Губы. Алые, как маки. Уводят бизнес из-под рук. И заселяют в дом с дурачками. Ку-ку. У ней следы простуды на губах. У ней нет мужика из-за работы. И вечерами коньячок попивает из стакана. И не вернется Катенька домой. И не узнает больше ничего о бизнесе своем. Полюбит в доме шестеро ребят. И разделит наследство пополам. И у ней такая большая грудь. И губы, губы алые, как маки. Уводят бизнес из-под рук. И нет мужика из-за работы. Пожалуйста. Спасибо, Ксю, большое. Пожалуйста. Ты что, сама такое сочинила? Ну, конечно, нет, я просто переделала. Да. Молодец. Почему все такие талантливые вообще? Ну, как вот на ходу вы сочиняете? Да, вообще, вы просто представляете. И теперь Макс тебе кое-что хочет рассказать. Макс, вставай. Максим, расскажи, пожалуйста. Да. Как и почему и вообще, ну сам решил, вставай на стульчик. Давай так. Ну, вставай. Ой, мне интересно посмотреть, если Макс встанет на стол, он достанет потолка. Давай так. Он сейчас будет заряжаться, потому что ему... Так, давай я другой возьму. Да. А что он будет петь? Он сейчас кое-что расскажет о Катерине, да? Вот какая Катерина, что он думает по этому поводу? Итак, давай, присутствуй, Макс. Не, подожди. Так. Кто живет на дне океана? Спанч Боб! Мужик!
Екатерина? Ой, Катя. Кто живет в Вьетянах? Катя! Катерина! Катерина! Да. Кто как муж обезьяна? Катерина! Кто как муж? Тихо, 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 тихо! Давай! Кто? Кто как? Блондинка всегда знает и везде. Катерина! Кто? Так же ловок, как рыба в воде. Как? Нет. Дальше как? Так же быстро, как и по сне. Катерина! 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 Па-п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 а-
эта песня специально для тебя была написана. Да, спасибо, Макс. Кто залезает ментам на машину? Голый. Ну, конечно. Мужик. Кто демонстрирует всем свои яйца? Голый. Я не знаю, это по песне. Я не могу. Я очень добрый. Макс, ты как ты сам сейчас чинил, да? А как еще? Да. Это все, знаешь, почему он сделал? Потому да, что потому ты... что все то, что неизвестно, ужасно интересно, ужасно интересно. Все то, что неизвестно. Пам-пам-парам, пам-парам, 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 пам-парам. Потому что ты его вдохновляешь. Когда девушка умеет вдохновить, тогда все, это все. Ну, как бы мужик может делать вообще вечно. Да. Поэтому Макс, он как бы видишь, хопа. Вы, может видите, быть, это твой мужчина. Он выглядывает из своей норки, норки забытья. А, точно. А потом он выглядывает из рамок своего безумства, видишь, на тебя. Да, он же безумный. Хлоп, видишь, как, когда надо ушел, когда надо пришел, хоп, скрылся, видишь, крабиком. Так. Вот такие вот пироги. Да то же самое. Нет, нет. Блин, нет, там что-то происходит, я слышу. А, вам не весело? Вот такие, что-то весело, мне кажется. Да. Кать, у тебя такой веселый день рождения. Катерина, в честь дня рождения для вас новость. От Сан Саныча? В нашем отсутствии, но владелец вашей строительной... Катя! Сан Саныч, владелец твоей строительной компании. Он что, мне хотел бы отставить? Да нет! Стоп! Ну, скорее всего, а, нет. А, наоборот. Новый владелец. Наоборот же хорошо, да, Сан Саныч. Да, он спасет весь мой бизнес. То есть... А, все. Подожди, ты стоп. Ты же ему доверяешь? Сан Саныч, это же тот чувак, который, да? На да, это моя правая рука. Это лучший мужчина, который всегда меня всегда много лет поддерживает, выручает во всех вот, делах. Вот, видишь, Сан Саныч. А подождите, это Изольда Кац написала. И что? Это значит, что тут есть какая-то хрень. Да? Подвох. Почему? Нет, я хочу довериться. Ну, там же это Изольда Кац, Вась Васич. Тебе не кажется так? Нет, она всегда, она никогда не обманывала, она ребят. Она не обманывала. Нет, если это так, Сан Саныч, я всегда доверяла, всегда. Сан Саныч. Я чувствую. Нет, я всегда доверяла ему, он сможет... Да это значит мне подарок на день рождения, ребят, по сути, да? Что это у тебя там? Прикиньте, у меня шипит что-то, слышите? Кать, все хорошо, все хорошо будет. А сколько там у тебя миллионов? Много. Много? Да, но я не думаю, что как-то Сан Саныч может меня подставить. Да все хорошо будет, не переживай. Подождите, Кать, а что получается, это что получается-то? Я не понял. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Я не понимаю. Нет, он стал владельцем, но владелица я. А как он мог владеть? Он может стать твоим владельцем, если ты должна бизнес как минимум отписать. Подожди, это по документам, если ты владелица этой компании, правильно Вася Васильевич говорит, он не может без твоего права, да. Если только не установили причину твоей смерти, если нету какого-то наследства, когда оставляют эти, как это хрень называется, я чу на ее... Дарственную? Дарственную, да. Нет, может быть, Изольда Каст решила поиздеваться специально на день рождения? Мне кажется, Изольда Каст тут вообще не шутит никогда. Нет, мне кажется, она не шутит. Ну, после этого точно. Что, после вы хотите этого сказать, точно, что мой бизнес перешел к Сан Санычу? У меня рука вся сгорела, смотрите на нее, видите, все. Все в пятнах просто. Вообще. Да, горит, я чувствую прям. Горит. Кошмар. Ну ладно. И чё? Получается вот так, да? Ну просто Зоя, спорт, мой день рождения. Да ничего страшного, мы можем новый тебе бизнес открыть и все. Ну что ты переживаешь? Мы можем придумать. Новый бизнес откроет. Да все как бы. Она теперь только наследство.
Да все хорошо будет, знаете. Слушайте, пипец какой-то. Подожди. Это что получается? Дайте-ка я, знаете, что сделаю? Да, не надо, блин. Ну, она же больно. Да не, не надо, сейчас я ударю, блин, ты бы еще плакать будешь. Не буду я плакать, я же это нытик, что ли. Спросите, зачем? Слушай, Кать, ну слушай, не... Кать, не переживай. Слушай, если Стан Саныч является твоим, ну, владельцем человек. Твоей фирмы, то получается, что ну, он может стать нормально только был. Одним путем, если... Может, он тебе потом вернет? Тихо, подожди, Лия. Что одним путем? Ну, одним путем, если как бы с ним договорились, что после смерти он получит бизнес Стан Саныч, ну, после... Что это за звуки? Что за звуки? Кто-то едет. Вам не страшно сейчас? Так, знаешь... Сначала Изольда Кац нам пишет... А знаешь, пишет, что самое? Подождите. Хочет сливаться. Катю кинули, да, в общем-то? Киданули, так, Катю, ну, тебя кинули на бабки. Всегда ему доверял, он много лет мне помогал во всем. Ну как так? Может, он сейчас потом вернет, когда ты сможешь туда выйти. А почему Изольда Кац даже... Просто смотри, сегодня днюха, а Изольда Кац пишет и радуется, смотри. В честь вашего дня рождения для вас новость, Сан Саныч, в связи с вашим отсутствием, новый владелец... Да чего она так делает, Изольда Кац? Да она специально, специально. Не похерела ли, дорогуша? Ладно, тихо. Нет, похитить нас, кому дать, как вы говорите, в щи, кого-то травить, сюда поселить. И чтобы потом вот так вот издеваться, я должна сейчас все просрать, по-русски говоря. Катюш, ты уже просрала, тебя ломают. Тебя тупо ломают сейчас. Ребят, знаете, тебя, что если ты сломаешься, главное? Если ты сломаешься, то... Чё там? Чё это за херня? Слышишь? Что это? Чё такое? Держи дверь. Это чё? Тут мотоцикл. Закрыта дверь. Ребят. Сюда это иду. Это пила. Тихо, тихо, не... Тихо. Это стой, пила. Стой, стой. Надо ничего, это. Чё ничего не говори. Держи дверь! Держи дверь! Держи дверь! Держи дверь! Держи дверь! Быстро! Чё за хрень, слышишь? Отпускайте, пусть заходит! Ты слышишь, это бензопила? Бензопила. Это бензопила! Девочки, прячьте! Девки, убегайте! Быстро. Убегайте, сука! Но! Блядь, кто это делает? Да я... Держи, держи дверь, держи дверь! Пасечка. Держи дверь! Давай, да держи я. Дверь! Пусть заходит! Девки, уйдите! Уйдите, я прошу! Уйдите! Уйдите! Наверх! Наверх, блядь! Бог, электричество бьет меня! Сука, стой! Пошел в жопу! Блядь! Ha 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 ha!